не ходили бы вы в этот дом, сэр. Это проклятое место. Проклятое? Все обходят этот парк стороной. Почему? В доме давно никто не живет, но по ночам в окнах виден свет и слышны странные звуки. Генри, делай, что хочешь, но госпожа Диана меня отпустила, так что я уезжаю на неделю к матери. Все, что я должна была сделать, я сделала. Ключи от своей комнаты оставляю тебе, остальные лежат там, где обычно, Шарлотта. Генри, я практически закончил возиться с дизель-генератором. Осталось только посадить несколько шестерен, но у меня уже не было времени это доделать. Будь так добр, забери генератор сам, а то механизм работать не будет. Пожалуйста, будь внимателен с передаточным числом. Оно должно быть точно таким, как я написал. Иначе придется ремонтировать снова. Эдвард.
Авилона. Меня не будет пару дней. Вчера привезли керосин. Бочка стоит в кладовой. Сегодня я закончу ремонт в подвале. Вечером залей керосин в бак и запусти генератор. И еще. Продукты теперь будут привозить утром по вторникам и пятницам в 7:30. Я позаботился о том, чтобы с 7:30 до 7:45 утра в эти дни дверь была открыта. Генри. Thank you.
Закройте, пожалуйста, дверь. Thank you.
Уважаемый сэр, адвокатская контора Джонс и сыновья, являющаяся душеприказчиком сэра Эдварда Блэквуда, уведомляет вас о том, что загородное поместье сэра Блэквуда передается вам в собственность. Вы должны чтить традиции рода Блэквудов и поддерживать поместье в надлежащем состоянии. Такова воля сэра Эдварда Блэквуда, выраженная им в его завещании.